У меня для тебя есть одно послание. Так. Опа, и сразу Fortnite. Скажешь своим хейтерам? О, такое нельзя даже показывать детям. Привет! Здорово! Из-за долбанного коронавируса все торговые центры были закрыты. Да, и мы никак не могли поехать пошопиться. Но они открылись! Наконец-то! Да. Спустя пару лет. Мы решили все-таки съездить, погулять. Пошопиться. Посмотреть, что там есть. Да. И сегодня мы выкладываем влог с тем, как это все было. Видео получилось очень долгим, поэтому мы разделили его на две части. Первую часть смотрите прямо сейчас. А вторую... Выйдет чуть позже. Да. Вторая выйдет чуть позже, да. Как только мы ее смонтируем. Ладно, все, поехали. Кстати, мы сегодня решили даже начать с того, что прокатиться на трамвайчике. Да. Димон на трамвае не ездил уже 1000 лет. Короче, все, поехали. Подожди, стой, мне нужно кое-что взять. Что? А, ну конечно, без маски все, никуда. Теперь можно ехать. Все, ладно, поехали. Поехали. С Димоном решили даже на трамвае прокатиться, да? Да. Ты когда-нибудь ездил на трамвае вообще? Только один раз с бабушкой возила. Точно. Ну поедем, 25-й трамвайчик. My friends all say I lost my mind, I keep talking about you all the time, I can't help but treat you like you're mine, yeah, my friends all say I lost my mind, I keep talking about you. Ну как ты на трамвайчике? Очень молниеносно. Очень молниеносно? Вообще я падал там. Ты прям как на аттракционе прокатился. Ну, чуть не упал. А это наш цирк. Это что-то странное, ну-ка пойдем заценим. Эй, а где вторая половина? О, она походу ищет деньги, ей не хватает денег. Ну-ка, что-то странное тут. Оба, нифига себе, iPhone. Прикольно. Айфон? Да, вот. А, точно, это айфон, ничего себе. А вот, кстати, вторая часть. А, точно, вот она. Ладно, такое, да, такое можно показывать вообще. Ладно, пойдем. Пойдем. Пошли. Зайдем в какой-то первый попавшийся магаз. Так, вот. Да, прикольно. Ну пойдем дальше. Какой-то непонятный магазин. Но здесь много всего интересного должно быть. Что это может быть? Майнкрафт. О, леденец Майнкрафт. Да. Тема. Пойдем дальше. Сколько здесь леденцов всяких? Дальше. О, розочка. Можно кому-нибудь подарить? Это бабушка насобирала ягодок. Красота какая. Пойдет. О, смотри, Федя тут какой-то. Федя. Какой-то Федя. Пробка. Пробка? А, еще... а, здесь тачки, там внутри не машинки. Не для типа. Рыбалки. Не для рыбалки. Посмотри туда. О, червяки, понятно. А здесь смотри. Ведро костей. Ведро костей. Так, донатсы. Пончики тут всякие. Угу. Опа. Фига себе, пластинка. Это пастила. О, пластинка. Пластинка, пастила. Пойдем дальше. Сладости, сладости. Чехлы, чехольчики. Ладно, это не... Опа, часы. Часы. О, смотри, какая тарелочка. Эх, не видно. Тарелочка. Котейка какой-то. Нет, да, это не котейка, это мимишка. Мимишка? Ну, посмотри, какие эти бутылки. Смотри, только берешь, заливаешь и... Реально, бутылка гантеля. Бутылка. Здесь такой с трубочкой. А точно тебе надо такое. Точно. Смотри, пап, пиги. Смотри, пиги. Точно, пиги. Свинка. Свинка Пеппа держит молоточек. О, он достается еще? Да, короче. А, так этим молоточком его разбивать надо, понял? А я думал, вот она в руке пиг. Такая, пиги, тыщ, тебя молотком прибьет. Нет, этим молотком ее надо разбивать. Да.
О, единороги. Может, нам на фон купить такой единорог, не? Не знаю, но прикольный. Да нет, это для девочек, не будем. Не надо. Не надо нам такого. А, я знаю эту штуку. Фантастическая вещь. Разносчик коронавируса. Счастье, катали там пирожки. Да. Вот это нам точно подойдет. О, скалка, точно. Скалка о двух концах. Да. Как палка о двух концах. Тут всякие кружечки, смотри, какие градиентные. Вау, реально по всем цветам стоят, смотри. Бутылки, бутылки, бутылки. О, смотри, какие бутылки. Купим такую бутылку? А, это похоже на что? На что? На бутылку от молока. Ну да, по той сделано. Реально прикольно. Вот такую надо взять. О, смотри, какая. Это тоже градиент. Она металлическая, подержи. Вот здесь закончик подержи. Так, подержи. Она от желтого до синего. Да, она реально металлическая, прикольно. Смотри, тут есть еще от синего, от красного, зеленый и синий. Здесь уже немножечко другая, видишь? Ну да, красивая. Красивая. Правда, в нее воды войдет, не знаю, блин, грамм 200. Не напьешься, короче. Подушки. Смотри, пап. О, мотороллер. Мотороллер. О, смотри, это для меня кружка. А ну-ка. Это для меня кружка. Покажи, что это. Кстати, я такой видел на одном из картинки ролика одного. Короче, у Фактория был такой ролик, и там на картинке такая же кружка была. Прикольная кружка с джойстиком. Да. Че, может, такую возьму? Чтобы я пил из нее. Давай. Давай. Пойдем. Джойстик, кружка. Я сейчас могу поиграть там. Майнкрафт. О, смотри, какие стаканы такие же, градиентные. О. Так, что-то за кружка какая-то. Покажи. Ты готов? Да. У меня для тебя есть одно послание. Такое допиваешь кофе и там раз и... Бокал, который на бутылку делаешь. Плавающий бокал. Плавающий. Бокал на бутылку вина. Прикольно. Вино никогда не закончится. Кстати, хоть покажу тебе самого главного врага Земли. Какого? Враг Земли? Вот. А почему это враг Земли? Это коронавирус. А-а-а. Коронавирус. О, Дим, иди сюда. Потрогай. О, это дошик. Дошик? Дошик. Какой хорош. Нет, да. Козявка из носа выпала. У кого? У кого? А вот коронавирус же. Да, это вот он, коронавирус. Хотя не... Вот коронавирус. Да, ну, не что? Знаю. Туфелька? Инфузория. Смотрите. О, бедный Йорик. Папа. А ну-ка, подожди. Ну да, ничего такое. У меня, смотри, есть домашнее животное. Such a waste of my time, such a waste of my life. Thanks for breaking my heart. And those feelings. Короче, что-то купили. Ну, неси свои покупки. Идет, считает мелочевку там. Ладно, пойдем куда-нибудь еще зайдем. О, ничего ты схватил. Это что, авокадо? Да. Прикольно. Большой авокадик. Вообще прикольный. Смотри. А. Ну-ка. Прикол. Игровой автомат. Там внутри должны быть конфетки, походу. Ой, я 3 яблочка выбил. Ну вот, так ты счастливчик. А тут всегда по 3 выпадает. Апельсин я выбил там. Однорукий бандит. Я хочу эту штуку. Подожди. Дуля была, но не похожа, если... да, наверное? Смотри. Блин. Так ты должен ровно держать. Вот так держишь. А, все. О, зацени, лама какая. Где? Да вот же. Прикольно. Смотри, когда бахнул пельменей. Как это бахнул пельменей? Лама тема. А вот еще ламы, смотри. Этот магазин любит лам.
О, вот, вот еще боги смерти. Еще я еще... А, это этот. Прикольный вот этот. Да, чувак, да, 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 да. Ходячий замок, да, или как назывался мультик? Я вот не помню. Или там, как там назывался, не помню тоже. Папа, я еще одного Тоттера нашел. Клевые. Это не Тоттера, ты че? Вот а, это. Вот там Тоттера, да. Да. Димон, смотри. Она, оказывается, ест деньги, я забыл показать. Нам. Прикольно, нам. 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 Только она это делает по-любому на батарейках. Прикольно. Прикольно. Очередной магазин позади. Идем вперед. Наверх? Нет, наверх не пойдем. Пойдем прямо, да? Да. Сладкий кактус. Сильно. Я впервые вижу вот такую милку. Хм. Смотри, и ишенка. Ишенка. Ну да. Ишница. Ишенка. Одна большая. Здравствуйте. Все мармеладки, орехи, конфеты в одну стоимость 150 рублей за 100 грамм. Вы выберете, мы вам положим. Хорошо, смотрите. Хорошо, спасибо. Смотри, тут колы всякие. Колы, шмолы. О, тянучка прикольная. Маршмеллоу. О, прикольно. Надо тебе такое? Ну, хочу попробовать. Хорошо. Давай возьмем попробовать. Мини-орео. Мини-орео. Ой, сколько тут всего, ё-моё. Пошли, посмотрим, что здесь. Ну-ка, давай. Опа. О, смотри, какие они маленькие. Ой. Малыши-коротыши. Малыши. Они еще какие-то... клубничным или малиновым? Да, это вкусом. Я взял клубничный. Ну-ка, попробуй. А, блин, я думал, через это получится. Ну что, как? Ну, Орео как Орео. Ну вот, чайки налетели, скажи. Только купил. Нет, спасибо, я не хочу. Пойдем дальше. Может, еще чего интересного найдем. О, еще что-то нашел. Ну, давай посмотрим, кто это. Студебейкер. Студебейкер Старлайнер купе. Купе. 52-го года выпуска. Прикольный. Вообще пойдет. Прикольно, у него такие окна. Необычные. Да, Дим? Все необычные. Прикольный. Ну, наконец-то, хоть игрушки посмотрим. Хоть игрушки позырим. Ну, первый магазин игрушек. Давно мы не были в игрушках. Так. Здравствуйте. Опа, и сразу Fortnite. Ну, смотри, тут куча Fortnite. Это же как он, твой аватар долгое время был, да? Вот он, смотри, какой красивый. Смотри, Ваня, это, вот смотри. Вот. Смотри. О, ну что, со звуком, что ли? Ну, подожди, подожди. Это что такое? Это этот, квадроцикл из Fortnite. Прикольно. Да, то, что там есть квадроцикл. На него можно вторую фигурку еще посадить. Ух ты. Это... непонятная музыка. Папа, знаешь, что я нашел? Что? Из Fortnite. Ну тут все про Fortnite. Шаттл? Да. Класс, парашют. Смотри, папа, это мой любимый скин Fortnite, знаешь какой? Смотри. Прикольный. Биф босс. А чё, кота-то нету? Нет. А посмотри, вот здесь еще стоит. Смотри, Боб, Roblox. Ну да, я же себе здесь и покупал. Сват. Это джейлбрейк? Да. О, прикольно. Смотри, доминусы. Бэйби-шарки. Уже подожди, джейлбрейк. Вот это уже интересно. Смотри, сват из джейлбрейка, кстати, прикольно. Сват — это за Game Pass. За Game Pass дается? Да. Прикольно. Кстати, если не знаете, у Димона есть канал Рыжий Кот Геймс. Да. И он там играет в Roblox. Да. И Jailbreak одна очень из... много. Одна из нелюбимых игр, да? Ну... Jailbreak. Ну, хотя я в нее люблю играть. Так, что здесь? О, смотри, какой котяра, Дим. Где? А, так ты мне показывала. Ну, тот мне, который ты покупал, мне больше понравился. Интересно, он здесь есть. Вот он. О! Вот этого? Да. Это же наш скин был такой. Да. Прикольно. Roblox. Класс. Roblox.
Что-то обновить тебе коллекцию, может? Папа, здесь всякие пушки, смотри. Пушки, гонки. Фортнайт, да. Но нам сейчас не до Фортнайта. Мы сейчас Фортнайт говорю, я уже совсем забыл. Нерф. Нам сейчас не до нерфа. Нам сейчас нерф не нужен. Да? О! Это же Стрэч Армстронг, который да, на обзорчике у нас был. У нас такой Супермен. У нас тут все есть. Да. У нас тут все есть, даже Флэш. Что там с Роблокса? Еще тут куча паков Роблокса. Я тебе такие тогда предлагал, ты что-то отказался. Ну потому что там ты пойми кто, а там обычно подает всякое. Громит и громит и громит. У нас такой же есть. Да, это тебе чертята присылали, да? Да, только вот, знаешь, какой я здесь хочу? Вот это вот с турбиной огромной. С каких пор? Hot Wheels. Hot Wheels, любимый Hot Wheels. Подожди, здесь не Hot Wheels. Здесь не Hot Wheels. Только тут, что ли, получается? Да. С каких пор Hot Wheels начали делать вот это? Ну, там всякие... Воздушный транспорт. Да уже 100 лет. О, вот это ты видел вообще хоть раз? А вот это впервые вижу. Трек Стар. Color Shifter, что-то все. Все то же самое, да? Да. Все это в большом количестве есть. О, баба. Помнишь, мы на наш канал Димка Лайв снимали? И там мы находили это, там, по тачкам это снимали, помнишь? Тачки 3, помнишь? Ну-ка. Здесь целый набор этих тачек 3. Вот здесь. Mm. И здесь тоже. Ну да, но тачки сейчас уже совсем не актуальны, мне кажется. Mm. Кто сейчас смотрит тачки, да? Не знаю. Так, игры. Майнкрафт. Лего. Ну, короче, здесь ничего не интересного. Нет, интересного много на самом деле. На самом деле, да, много интересного. Просто из того, что нам Особенно нужно. Фортнайта. Что-то с маской у тебя, стой. Что-то с масочкой не так. Оба. Let's go. Лего. О, кстати, смотри, автобус. Помнишь, мы в нем снимались? Мы в нем снимали внутри когда-то. Пойдем посмотрим, где этот, где водительская дверь. Это же автобус из Гарри Поттера. Настоящий лондонский. Да. Да, да, достопримечательность местная. Мы ее уже не один раз снимали. Да, вот такой двухэтажный автобус. Белый шоколад. Да, двухэтажный автобус стоит прямо внутри торгового центра. Прикольно. Ну-ка пойдем за руль. Что, закрыли что ли? О, блин, закрыто. Прикинь, закрыли. Офигеть. Интересно, это из-за коронавируса или из-за того, что туда слишком много народу влазит все время? Ну, короче, у нас есть видео изнутри на канале. Можете посмотреть, если кому-то прям очень интересно. Ты что там мелочи шебуршишь? Ничего. Короче, наш любимый магазин. Идем в наш любимый магазин. Идем в наш любимый магазин. Я сказал, идем в наш любимый магазин. Это мой. Зато я люблю. Идем со мной. Идем быстро. Ты ходишь в Адидасе. Нет, это не значит, что я его люблю. Это ты мне его подставил вместо Найка. Навязываешь, да? Так, ну ладно, пойдем в Найк сейчас тоже сходим. Но сначала в Адидас. Пойдем. Быстро. Я пошел. Вот они. Это же они, Димон. Да ты чё, как ты можешь их не любить? Не вставай туда. Шиндер-бендер. Это что за шиндер-бендер? О, зеркало. Вот, иди сюда рядом, встань. Вот как ты выглядишь. Вот. И после этого ты ещё не любишь Adidas? Нет. Мои любимые кроссовки суперстары. Вот они прям на витрине везде стоят. Я их прям обожаю. Во всех видах, во всех вариантах. О, смотри, какая модель, суперстар, прикольный. Зацени. Тема? Ну, не очень. Суперстар. Да кайф, смотри. Сколько стоит? 8000.
Так, еще один магазин у нас на счету. Идем дальше, да? Димон накосячил только что. Высыпал свои Орео на пол. Сейчас продавцы придут, его доругают. Черт побери, что делать? Беги быстрее. Самые прикольные футболки, самые прикольные принты здесь. Сейчас пойдем заценим. Идем. И... оп. Ну вот, разве не прелесть? Смотри, Дима. Клево. Прикольный дизайн, реально. Можно дома такое замутить. Кучу ведерок покрасить, да? Пойдем. О, зацени шарк. Прикольно. Блин, вот такую мне надо купить. Шарк атак. Ладно, идем дальше. Ну-ка. Воу. Воу. Скажешь своим хейтерам? О, такое нельзя даже показывать детям. Ну давай померим сразу, подожди. О, ну тебе неплохо, прикольно. Надо брать, ну-ка. О, Рик и Морти, ну-ка давай. Стой, ты ее выпрями там. О, Рик и Морти тема. Вот эту надо взять точно. Прикольная. Пойдет? Рик и Морти. Рик и Морти или Дак? Дак. Не, ну это, наверное, матершинная, не будем брать. Ладно, ладно. Хотя она мне по дизайну больше нравится. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Погнали.